Значит, про закономерности, про случайность. Конечно, все, что происходит с вами, вы расцениваете как случайность. Все. Ну как, заболела этим? О, я простуженный геморит. Это что, закономерность? Да, да. Да, закономерность. Для меня, конечно, случайность. Я думаю, ё-моё, только мне этого не хватало, тут еле ноги волочишь, и на тебе еще привет, да? Но это закономерность, потому что у нас вообще холодно на улице. В принципе, бактериальную флору никто не отменял, иммунитет никто не отменял, и весь этот набор закономерностей, хреновый иммунитет, бактериальная флора, похолодание, там еще что-то, там и так далее, и так далее – для меня случайность.